Старые школьные фотографии, чай с печеньем и хорошая компания. День учителя в 144-й школе в этом году получился теплым, домашним и совершенно особенным. В гости в школу пришел один из самых известных ее выпускников – Олег Фурсов. Учительница математики Маргарита Ушакова помнит его еще совсем мальчишкой. Но уже тогда, говорит, он выделялся из всего класса. Он был очень всегда организованным человеком. Математику он очень любил, поэтому после этого он в институт поступил авиационный. И я гордилась его успехами, это точно. Я с гордостью всегда говорю, что он мой ученик, вот, и думаю, что буду помнить о нем всегда. С теплотой вспоминает школьные годы и Олег Фурсов. Он много учился, занимался спортом и активной общественной работой. Закончил школу с золотой медалью. Городские власти уделяют большое внимание развитию системы образования. Самарского образования заслуживает всяческих похвал. У нас в этом году с вами большое количество выпускников-медалистов, ребят, которые сдали со 100% результатом ЕГЭ. Мы, с своей стороны, стараемся в силу возможности помогать школам. Под руководством губернатора, по его инициативе, выделяются деньги на ремонт школ, материально-техническое оснащение, на то, чтобы заработная плата повышалась в соответствии с указами президента. 144-я школа всегда славилась успешными учениками и сильными педагогами. Олег Фурсов вручил лучшим учителям благодарственные письма за их самоотверженный труд. Труд учительский нелегок, поэтому сюда идут только по призванию. Нужно любить детей и всем сердцем относиться к ним так, как относились бы к своим детям. 55 лет назад эта школа открывалась как школа рабочей молодежи. Сейчас здесь получают знания более 700 учеников. Марина Матвеевична, Максим Гусев. События.